Мы в Хибинах перед перевалом в Аркелуай. Сейчас будем подниматься на него и спускаться в долину Тульёка. Идем на Свинцовый ручей. Перешли перевал в Аркелуаев и открывается долина Тульёка. Для людей довольно большие. Это грифы, пандоры. За 2 года, что я здесь не был, тропинки заросли. Вообще пропадает тропа. Вон там вдалеке видно Тульёкский водопад. Первый. Дальше чуть-чуть второй. Сейчас на телефон приближу, сниму, потом скину. Что, проводил человека до Егериновой точки. Теперь мне предстоит дорога обратно. 6 км. Потихонечку иду. Как бы ни начался дождик. Пока все. Солнце сегодня жарит нещадно, хотя вроде и тучки на небе, но вообще не помогает. Весь в мыле, а идти еще до перевала сколько. Пришел я вон оттуда, где почти вот эта гора кончается. Что вот такие вот дела, вон стрекозы летают. Это Хибины, это гора Апатитовая, сейчас мы ее обойдем. Это тропка Кисунчоре. Там истоки Тульёка, там где лесок, она сливается с этой речкой. А вот за этим гребнем озеро Академическое. Добро пожаловать в Хибины. Как-то так. Ну вот, моя прогулка по горам заканчивается. Подхожу я к перевалу в Аркелуаев. Ну там до Кукисунчора совсем немного. Вот так вот в выходные ходим по горам, когда есть свободное время. Вот такие озерца есть с кристально чистой водой.
изумрудный, холодный и ужасно. Но в такую жару можно и ополоснуться. Он намочил футболку. Иду обтираюсь. Вот мы на перевале Варкилуаев. Вот знак перевала. Перепад где-то метров 500, наверное, 600. Ну, еще полтора часика, и мы в Кукисумчуре, в поселке. Вот такая вот получилась прогулка по долине Тульёка. Всем пока!